Александр Михайлович, спасибо. Давай, как сборная отнеслись к поезду? Да, ну, вообще, последний раз на поезде ездил. Все нормально, не так далеко ехать, поэтому ничего страшного там нет. Там говорят, Wi-Fi плохой. Как, чем занимался? Что, главное, Wi-Fi для нас? Нет, новости. Нет, хорошо, и удобные места, все лежали, отдыхали. А, лежали прямо? Да. Смотрели ролик с Анисимом, когда его Дмитрием назвали? Нет, не смотрел. Как встретил Александра Ильич? Все, конечно, очень рады, поможет команде. Лидер постоянно в каждый год, и в прошлом году показался, что он поведет за собой команду, и считаю, что он усилит нас. Какой лучший матч, наверное, для вашего звена со Шведами был? Окончательно нашли связи все с этим? Стараемся играть каждую игру свою игру, выполнять установки тренера, и иногда получается лучше, иногда хуже, не всегда не получается все то, что ты хочешь. Ну, Малкин вас как-то восхищает, или вы так относитесь равнодушно, работая с работой? Потому что вся страна в восторге от того, что он творит на льду. Ну, один из лучших игроков в мире, поэтому... Я с ним играл не первый раз, играю вместе, поэтому для меня это не сюрприз. И очень приятно, что он радует наших болельщиков. Понимаете, что не получилось именно в матче США в группе, да, и вот в такие моменты вот надо обратить внимание в первую очередь завтра, чтобы не было. Конечно, много делали ошибок в обороне на старте турнира, и надо очень уделить внимание обороне в первую очередь и не допускать грубых ошибок. Спасибо. Спасибо.